И снова всех приветствую у себя на канале. Данное видео продолжает тему Беларусь. И что происходило в Беларуси 14 ноября. Итак, начнем. Так как уже давно продолжается война политическая в стране Беларусь, то каждый день происходят новые события. А именно, с утра в Беларуси начался провластный автопробег в Новополоцке. Несколько машин ехали с кучами флажками, установленными на машинах. Также в 9 часов утра куча народа была на площади перемен, даже было сказано, что люди там оставались на всю ночь, они оставались ради того, чтобы злоумышленные вандалы не осквернили место, где куча цветов, свечей и ленточек возле мемориала Ромы Бондаренко. В то время в Бобруйске происходило шествие под государственным флагом, играла музыка, люди махали огромными флагами и пели песни. Также в сети появилось видео, что работник «Нафтана» отказывается выходить на вахту и заявляет о присоединении к стачке. После обеда некоторые неизвестные парни разбирали мемориалы Романа Бондаренко, то есть они имели враждебное мнение. Ну и наконец подходит вечер, вечером люди пели хор вместе на площади перемен, и добродушные волонтеры предлагали людям стол с кучей еды. Молодцы, ребята. Вот такой весь день прошел в Беларуси. На этом все, большое спасибо за просмотр данного видео. До новых встреч!